У нас сегодня -32. Предновогодняя пора, я бегу с работы. Вот видите, вот здесь вот такие вот ларёчки поставили. Предполагалась предновогодняя ярмарка, но на таких морозах желающих продавцов не нашлось. Как видите, и улица вот эта пешеходная, пешеходный проспект, и людей тоже практически никого. Хороший хозяин собаку не выгонит. Такие морозы стоят. Вот так. Но если идти очень быстро-быстро, вот так, как я бегаю, то даже жарко, мёрзнет только лицом. Благо, что дома тепло, даже жарко, я бы сказала, потому что батареи прямо вот как раскаленная плитка. И также из крана горячая вода, просто кипяток. Это я, матрёшка. Пользуясь случаем, всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю мира, добра, а самое главное – крепкого здоровья. И чтобы поскорее закончилась эта пандемия. Всего вам доброго, до новых встреч!